На тему уринотерапии. Видос уринотерапии. За и против? Я рассказываю. Спрашивают, а рак лечится уриной? Я пишу, не все так просто. А как, подскажите, пожалуйста? Это невозможно подсказать, пожалуйста, там. Потому что это не так просто, как думалось. Вот, просто-напросто, действительно, пьешь и все, тупо пьешь, и рак там исчезает и так далее. Как вы этот рак нажили? В первую очередь, немножечко подумать, вот не было никаких заболеваний, что там случилось, какие причины лежали в том, что они вызвали у вас онкологию. Понять. И эти причины начать устранять. Есть книга «Лечение онкологии народными там средствами» и так далее, я там разбираю. Прочитайте немножко. Они просто бездумно хлебнули и считайте, что все, она за вас все сделает. Нет, такого не бывает. Поэтому подскажите, пожалуйста, книги есть, почитайте, подумайте. То есть, видите, онкология, лечение онкологии народными средствами, там описаны различные варианты лечения онкологии той. И не просто, а разбираются и некоторые причины, от чего она может возникать. Это важно понимать. И вот когда вы все это сопоставите, прочтете со своей собственной жизнью, что и как, тогда можно действовать. Если вы это ничего не понимаете, так, знаете, бездумно, а, онкология туда, раз, а сейчас у меня химиотерапия, раб, и все такое. А она возникла у вас там по каким-то совершенно иным там причинам. И тут, знаете, тупо убивание химиотерапии, там, облучением, толком ничего не дает. Потому что причина остается. Вы вроде бы как опухоль исчезла, ослабили свой организм, вроде как, знаете, там, выкарабкались, как правило, на это уходит 3 года восстановления. Как причина была, так она и осталась. И она опять строит новую онкологию. И человека нету. Поэтому опять-таки. Включайте свою собственную голову, в конце концов. За вас никто думать не собирается. Используют только вас для того, чтобы заработать на вашем горе. И все. Рус-55. Хотел вас поблагодарить за ваши труды, ваши книги. По самым первым книгам моя мама вылечила рак груди. И, соответственно, попутно прошли все недуги, которыми она страдала. А если кто почитает книги, которые я уже и прочитал, и выложил, то там идет комплексный подход по нормализации работы организма с помощью очищения, приведения в порядок работы обмена веществ, далее питание, движение и так далее. Вот это вы сделаете, комплекс этих мероприятий. Приведете в порядок организм. И те болячки, которые у вас были за счет того, что у вас все было разбалансировано, они исчезнут сами с собой. А пока вы это не сделаете, да, хоть тонну лекарств выпейте.